В Ростове-Великом прошла тренировка по гражданской обороне. Она предусматривает практические действия в случае крупномасштабных аварий, эвакуация населения, размещение пострадавших во временных пунктах, где главная задача – обеспечение безопасности людей. В городской бане Ростова развернули пункт санитарной обработки. На прилегающей территории и во внутренних помещениях обрабатывали тех, кто попал в условные зоны химического или радиоактивного заражения. На стадионе «Спартак» расположился эвакуационный пункт. Еще один разместили в центре внешкольной работы. Предусмотрели все. Буфет, комнату матери и ребенка, спальные помещения, пункт выдачи гуманитарной помощи. Эвакуацию детей провели в средней школе номер 4. Школьников, разбив на несколько групп, вывели разными эвакуационными путями. Пожарные в считанные минуты локализовали условное возгорание. Основным из направлений деятельности администрации Ростовского района является обеспечение безопасности жителей района. И вот сегодня на практике мы проводим ряд мероприятий, направленных на проверку готовности сил и средств для ликвидации возможных последствий различных ситуаций чрезвычайных. Значительную степень сложности штабным учениям добавляет то, что действовать приходится в условиях эпидемии коронавируса. Принимая мгновенные решения, действуя в жестких временных рамках, приходится помнить и о средствах защиты, и мерах безопасности.